«Чистый центр» – так называется проект, главная задача которого – привести в порядок видовые места города. По Пушкинской, Крыловой и Серебряной гуляют туристы и сами жители, и они должны наслаждаться красотой областной столицы. На этих территориях невозможно установить контейнерные площадки, только урны для раздельного сбора мусора. Каким образом строится работа, выяснила наша съемочная группа. Пилотный проект придумали и реализовали сотрудники Тверьспецавтохозяйства. Идею поддержала администрация Центрального района и управляющая компания «Дома в порядке. Центр». На Крылово, Пушкинской и Серебряной пока установили 20 урн большой вместимости. До недавнего времени жители близлежащих домов складывали пакеты с отходами на улице. Машина для сбора мусора приезжала в 8 утра, и не все успевали именно к этому времени. Благодаря новому проекту место для сбора мусора выглядит более эстетично. Данная мера позволит сократить захоронение твердокоммунальных отходов до 40%. Для установки емкостей определены 10 точек, на каждой по 2 урны – синего и зеленого цвета. Предполагается разделение мусора на вторсырье – бумага, пластик, алюминий, стекло и смешанные отходы. Руководители коммунальных служб считают, что жители Центрального района положительно оценят эту инициативу. В принципе, это довольно грамотно для того, чтобы город был чище, потому что все-таки центр, да, туристическая зона. Вот. И я думаю, что это решение правильное. После удачного эксперимента на центральных улицах города можно будет принять решение и дальше продолжать реализацию пилотного проекта по организации специальных мест для сбора мусора.